увеличить объем железа, то есть оперативной памяти на любом телефоне. Неважно, какой у вас телефон, Xiaomi, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Huawei, Honor, Samsung, LG, Nokia. В общем, какие не перечислил, напишите. В общем, смотрите, какая фишка появилась. То есть вы покупаете телефон 6, у вас оперативы, а он нифига не тянет Minecraft. Либо контр, либо любимый футбик, да. Что вы делаете? Вы просто-напросто заходите в настройки, вот так вот. Заходите просто вниз до расширенных настройках. И здесь у вас есть такая пункт, как расширение памяти. Вы тапаете, включаете вот эту вот фишечку, я ее так называю. И смотрите, вы добавляете 3 гига ОЗУ за счет использования встроенной памяти. То есть, какая у вас память встроена? У вас может быть 128, 256 гиг. И оттуда, если возьмется 3 гига памяти, это ничего страшного. Но вы увеличите, реально расширите память. И у вас будет вместо 6 уже 9. Если у вас 9, то вы сделаете 12, дорогие друзья. 12 сделаете. Понимаете? Это вообще просто шикарнейшая функция, которую я не знаю, почему вы до сих пор не активировали. Рассказывай друзьям, делись на канале больше полезных видео.